Всем доброго времени суток. Мерекина Наталья, центр Альфа Омега Плюс, представляет вам гороскоп на 14 апреля 2018 года. Луна переходит в знак Овна, 28-й лунный день. Этот день наполнен светлыми позитивными энергиями. Он дарит спокойствие и умиротворение, а также радость общения с близкими. Сегодня хороший день для сделок с недвижимостью, переезда и начала совместной жизни. При этом приснившийся под утро сон может оказаться вещим. Исключите импульсивность в поступках. Прежде чем что-то предпринять, сосчитайте до 10 и никому не рассказывайте о своих новых идеях. Поменьше разговоров – вот девиз сегодняшнего дня. Вы вряд ли найдете взаимопонимание с теми, с кем хотели. Вот холодность между вами может проявиться. В любви возможно быстрое решение наболевших проблем. Из дел следует заняться ремонтом оборудования, сходить на спортивные занятия, завершить проекты старые. Нежелательно ремонтировать электропроводку. С точки зрения финансов, сегодня день может быть также удачный. Можно делать банковские вклады, а также оформлять кредиты. При этом нежелательно одалживать деньги после захода солнца. Сегодня можно купить то, что вы давно хотели и обещали приобрести своим близким. Особенно хорошо купить подарки детям. Напоминаю, что сегодня мы с вами говорим о деньгах с Инессой Крыжановской, а вечером у нас энергетические практики с Людмилой Трофимовой. А с точки зрения здоровья сегодня желательно двигательная активность, пешие прогулки на природе, эффективное лечение радикулита и почек. День особенно хорош для близнецов. Для остальных знаков зодиака этот день нейтральный.